Как дела? Нормально. Так продолжайте, пожалуйста. Как дела? Нормально. А вы так не пробовали с Кареном так весь... Пока нет, но он придет еще раз. Попробуем. Прям весь. От души. Попозже. У нас здесь непримиримые... Кто? Друзья. Непримиримые капитаны. Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, которые, не знаю, с напряжением вы смотрите за матчем, где решается, возможно, судьба всего турнира. Знаете, кто играет? Мне кажется, она просто решается в нашу пользу. Команда Lions-то пока впереди, 5-4. У вас было все как-то жестковато. Вы заочно друг на друга накидывали. Вот Дима накидывал, Коля накидывал. Не, я играл в полную силу. Это просто выглядит как накидывание. Я накидывал в эфире накидывали словесно. Понял. Я на вентилятор накидывал. Хорошо получается. Ну, про Колю. Какие эмоции по итогу трех дней вот этого соперничества? Вот смотрите, к нам приходила Мыскина и Кузнецова, и там вот такие кошечки были до последней секунды эфира. У мужчин все вообще иначе. Вот просто сразу ручки пожали, У нас было выражение лица Коли в этот момент, так что я не знаю. Мне кажется, он мне проколол ладонь сейчас. Я отпустила. Вот уже про эмоции интересно. Сейчас Диана Шнайдер прям плачет. Ее Настя уже целую минуту пытается успокоить, немножко привести в чувство. Она плачет, потому что нету Коли. Где Коля, говорит? А Коля у нас. Мы забрали болтушка. Коля не хочет. Тебе придется. Я тоже не хотел в женский тур, но видишь. Все дороги ведут в женский тур. Это черная дыра засасывает. Так, Господи, Николай. Боже, я не хочу это слышать. Давайте, дайте другую историю. Сейчас чуть в сторону Николая. Вы играли между собой по карьере, по крайней мере, официальные матчи 5 раз. Кто знает? Он лошара вообще просто был. Спасибо. Кто знает, кто, ну, личные встречи, кто скажет? 5-1? 5-1? 5-0? 5-0. 5-0. Да? Сейчас, дайте попробуем, чтобы лучше это звучало. 5-0. Боже, мне такое ощущение, что я, знаете, ошибся номером и позвонил, такая, привет, позвони по номеру 5-0. Звони мне, у меня мой номер 5-0. 5-0, 5-0. Напомни. Большой теннис. А вот сильные стороны Коля Дмитрия Турсунова, они какие? На корте? На корте? Помимо прическа. Их не было. Ну, камон, давайте. Там первая подача иногда попадала. Иногда. Эйс. И бывало справа иногда фон. Куда-нибудь фон. Девятку засадит. Но потом один раз попал, два не попал, поэтому 5-0. Окей, так. Давайте алверды такие. Митя, а вот в чем по-настоящему был хорош? Да. Я стелился просто. А ему волосы мешали. Тормозило его просто всегда. Он был такой медленный. Ну вот. Так, смотри, Мить, мы обсуждали... Спасибо, Коля. Да, мы с Колей обсуждали эту тему тоже современного тура и силы самой верхушки. Мы говорили, что Коля вполне мог бы там, ну, вот сейчас в прайме своем он был бы на уровне Джоковича. Он скромничает, говорит, ой, куда там. Ты стоял топ-20. Как ты думаешь, сейчас ты стоял бы выше вот с этими игроками? Я бы, может быть, лежал бы там больше. Но не прямо сейчас, но в прайме, когда ты был. Ну, в прайме, как Оптимус прайм. Мне кажется, что Коля сейчас как раз в прайме, судя по нашему показательному выставочному матчу, то, как он бегал в первом гейме. Митя, а что с самооценкой вот у тебя? Почему ты все время... Я не знаю, это надо спросить Коля, в чем проблема? Подожди, вот давай я с тобой говорю. Ты можешь себя похвалить? Ты крутой теннисист. Это звонок психологу. Да. Ты крутой теннисист, классный тренер. Я всегда хотел заслужить какой-то похвалы от Коля. А я хочу сказать, он очень крутой тренер. Ну вот. По бабам только, правда. Так это хорошо, слушай. Ну, крутой тренер. Я уважаю его сейчас. Феминисты поставят лайки. Я сейчас уважаю его, на самом деле, как он классно, ну, в туре сейчас. Это он сейчас просто пытается подлизаться, потому что у него дочка подрастает, которая играет в теннис. Ну ладно, ну чё ты? Не, ну, как бы, чё, чтобы она 2 раза в фон, 1 раз в корт попадала. Не, ну может ты что-то скажешь правильное, она попадает все время в корт. А можно мы вас в юность вашу все-таки вернем обоих, пожалуйста? Митя, мы вообще молодые. Вы молодые, понятно. Но вот именно в теннисную историю, вот продолжая тематику Игоря, что тебе вот в то время нужно было прям прибавить, чтобы сейчас соперничать с молодыми ребятами? Это разговор про скорость, я не знаю, первую подачу, игру на задней линии. Теннис ведь меняется, прогрессирует, я правильно понимаю? Ну да, то есть
Что мне надо было бы тогда, сделать тогда? Чтобы сейчас, представляешь, ну вот да, временные ответки. Родиться позже. Ну, Митя, пожалуйста. Ну, да, пожалуйста, хорошо. Ну, в первую очередь, наверное, долголетие, оно больше зависит от здоровья, да, то есть Новак достаточно рано начал заниматься всеми теми вещами, которыми он занимается, которыми позволяют оставаться в форме физической. Я думаю, я бы, наверное, не смог так. То есть у него безумная дисциплина. Я предполагаю, что он благодаря этому до сих пор обыгрывает молодое поколение, которому очень тяжело быть настолько фанатичными. Ну вот, может быть, только за исключением там... Ну, я всегда это, в принципе, говорю. То есть я сейчас не пытаюсь там похвалить Колю, к сожалению, приходится делать, ну, чтобы быть объективным. То есть очень мало спортсменов, которые действительно могут достичь своего потенциала. И реализовать его, да? Да, реализовать, да. То есть, ну, там я, Марат, там много игроков, которые, там, не киргиз, да. А Коля, мне кажется, реализовал его, ну, близко к своему максимуму. Да? Причем он это делал не суперпрофессионально изначально, да, то есть это был он, там, и Эдик, и, в принципе, это все брат как-то... Брат Коля. Да, то есть получается, что это было как-то такое, знаете, как... Семейный подряд. Ну, даже не семейный подряд. Мне кажется, не было другого выхода. Я не знаю, у вас там были деньги. То есть, ну, я знаю, что мама у тебя работала сварщиком. Да. Папа, не знаю, просто все время... Я знаю, что он судочник. Слесарь-монтажник. То есть, мне кажется, это было бы, ну, намного проще, если бы у него были возможности, были бы, может быть, какие-то тренеры вроде такого игрока, как он сам, которые могли ему в раннем возрасте подсказывать, помогать. Поэтому мне кажется, что здесь, если взять все это во внимание, то он действительно реализовал свой потенциал. И, ну, я как бы его уважаю как игрока, как человека, конечно, да, видите, да, он немножко. Ну, действительно, это он до а так не уважает своего. Просто. Не, ну пока турнир не закончится, подожди. Но это важно, реализовывать то, что у тебя есть. Мне кажется, Коль, вы согласны? Если есть такое желание. Если есть и возможность, да. И желание. То есть, Митя, получается, в твоем случае ты бы хотел прям здоровье, да, тело, вот это восстановление подтянуть, скажем, ну, так. Здоровье, это сейчас очень важно. Я думаю, что очень многие проблемы возникали у меня, ну, из-за того, что, опять, мы немножко сами пытались понять, как что делать. И я не знаю, как у Новака это происходило, но он это начал делать гораздо раньше. Понятно. И он закладывал все это на длинную, там, карьеру. На 15-20 лет вперед. Собственно, поэтому он и остается в топе. Действительно, фанатик своего дела, таких очень мало. И, ну, там, Энди Мюррей, может быть, да, Рафа Надал, Роджер. Поэтому они, собственно, там и стоят. Ну и Коля как бы дошел до третьего места, да, по-моему, у тебя? Да, с третьей ракеткой мира. Да, то есть, конечно, я думаю, что если взять там, поставить Марата и Колю рядом, то это очень тяжело сравнивать, да, исходные данные, но при этом, но при этом, да, достиг очень высоких показателей. Да. Сейчас был бы топ, ну, то есть бился бы он в прайме сейчас за топ-1 снова. Ну, посмотрите, слушайте, как, ну, за прайме я не знаю, да, то есть мне это очень сложно сказать, но вот тот же Монарино, да, то есть вроде бы игра такая относительно невзрачная, она очень прикольная, на самом деле, прикольная. Для меня. Прикольная, я бы сказала, наоборот, она интересная для зрителей. Он мне сегодня сказал, говорит, если у меня было бы 15 килограмм натянуто, я бы даже в 500-ке не стоял. Но, говорит, у меня сейчас 10 килограмм, и я... Вот, может быть, да, вот возвращаясь к моей карьере, может быть, я слишком туго тянул ракетку. Такое возможно? Возможно. Туговат был. Просто волосы отрастить, может, надо было просто. Такой он короткий, волоса всегда были. Если бы у него такие волосы были. Капитан, я в 500-ке бы не стоял. Капитан, мы не хотим вас задерживать. Смотрите, сейчас идет вот эта игра. Если будет счет 7-5, уже последний матч с участием Шевченко и Бублика не будет иметь значения для уже итога турнира. Ну, может, на корта кто-нибудь уже выйдет, а сколько можно просить уже? Иначе Игорь Знаменский выйдет. Да нет, Женя Донской уже просил же. Кого? Тебя просил же? Да, но я сказал, что я не пойду. Я уже сегодня наигрался. Мы с ним уже сегодня с утра наигрались. О, а мы знаем, как вы, да, играли. А, нет, вы играли матч. Это неофициальная информация. Скрип доходил. Мы
вы. До студии. Нет, вот мы знаем, что да, с 10 утра. И мысли, да? Бегали за всех, да? Так, играть, короче, не будете, да? Конечно. Не, ну я точно бешусь. Тогда один челлендж, последний для вас. У нас все, кто к нам приходит сегодня, делают небольшой челлендж, чеканят на ракетке, кто больше. Вот ты так, давай, на чекань, ты же любишь чеканить. Давайте по одному, выходите, пожалуйста. Я не разминался. Да-да-да, выходи вперед, снимай, давай мне эту штучку. Выходи вперед, сейчас попробуем. Только лучше наушники потом вот отдать. Вот сюда, в эту сторону. Но это ракетка Анастасии Мыскиной, да, можно протестировать ее, пожалуйста. Выкиньте ее. Она же детская. Да. Легкая. Так. Сейчас, а давай наденешь Мить, обратно. Нужно надеть. Нет, равно. На чекань давай. На чекань давай. Надеть обратно, чтобы было. Слышно комментарии. Да, на ребре. И еще тем более с наушником, это нереально. Реально, Коля. А ты развернись вот этой стороной, вот сюда. Все, смотри, вот так вот. Точно, блин. В другую сторону, 24-25. Давай. Ты же ребром набиваешь, давай. А не струнами. Надо же ребром. Итак, Дмитрий, это была шутка. У тебя есть ладно, несколько извини, попыток. Пожалуйста. Давай. Ну давай вот так подержу. Это нереально. Посмотрим. В смысле нереально? Дмитрий Турсунов. Что ты делаешь? Набивай. У Ярослава Демина было... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25. 25. 25. Браво. Николай Давыденко. А я сниму. Естественно. Нет, ну ты сейчас снимешь, а потом наденешь обратно. Николай Давыденко, тест. Игорь, давай только вот эту, дадим вот эту гарнитуру, она подлиннее будет. Да, пожалуйста. Николай, ты можешь развернуться в эту сторону, Митя, если хочешь. А вот тебе ну, неудобно подойти. Же. Как хочешь, давай. Вот. Неудобно. Николай Давыденко, 25 было у Дмитрия Турсунова. Раз, два, три, четыре, пять. Давай еще Митя, разок. Это тренировочная. Сейчас мы подвинем. А почему здесь микрофон слинявый? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Дарислава Демина пока еще не дошел. Он сегодня час стучал здесь. Ладно, все, со-лидер, все, понтуется, все. Дай попонтуюсь. Нормально. Вот Коля всегда тогда, я сейчас что-то не могу, болит, я не в форме. Раз. Мы уходим. Все, Николай Давыденко. Обещали вернуться. Дмитрий Турсунов, большое вам спасибо, увидим вас на корте совсем скоро. Спасибо большое. Почетное второе место. Или нет. Души, брат. Прическа топ. Просто топ. Все, лучшие на свете капитаны. Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко. Мы еще у нас в ближайшее время и Карен Хачанов, и Анастасия Потапова. Мася Анастасия Мыскина тоже будет. Все, мы провожаем этих потрясающих людей. Скоро ждем новых. Карен, Анастасия Потапова, Анастасия Мыскина. И еще кого-нибудь обязательно затащим. Так что следите за нашей студией и смотрите вот за этими последними двумя матчами, которые проходят на этом турнире. Ура. Thank you.